Морозный воскресный день – не время сидеть дома. Так решили многие спортивные семьи Чуваши и собрались на лыжной базе, где прошли соревнования по лыжным гонкам на призы главы республики. С поклонниками зимних видов спорта познакомилась и наша съемочная группа. Кто-то только научился стоять на лыжах и делает первые робкие шаги. Кто-то почти профессионально катается и прямо-таки рвется на старт. В споре спортивных семей важен командный дух. Это эстафета, когда от работы каждого на лыжне зависит успех. Семья Киргизовых в лыжном спорте не новички. В детстве и мама, и папа участвовали в чемпионатах республики. Сын занимается самбо, но и лыжи уважает. Морозная погода не проблема. Этих стартов ждали с прошлого года. Ходим с семьей по выходным на лыжах. Любой спортсмен надеется на победу. Ради этого мы приходим, но самое главное – здоровье. Маша Кириллова уже 4 года участвует в этих соревнованиях. В школе занимается в лыжной секции, а в будущем хочет стать профессиональной спортсменкой. Мне очень нравится на лыжах кататься, я тренируюсь в школе. Мы на этих соревнованиях всей семьей. Папа Вова, жена Валентина и дочка Мария. Так, особо сильно не тренируемся, просто походными шагами гуляем. Всего в лыжной эстафете, несмотря на резкое похолодание, приняли участие 23 семейные команды из разных уголков республики. Я приветствую всех вас. Такой морозный, хороший зимний день на сегодняшних соревнованиях. Я благодарен прежде всего родителям, благодарен детям, то, что формирует себя. Я желаю положительных эмоций, старта. Я уверен, абсолютно все до финиша дойдут. Победителями в категории «Семья с двумя детьми» стала семья Кусковых из Красноармейского района. Среди семей с одним ребенком до 10 лет лучшими стали чебоксарцы и Шуткины. Среди команд с ребенком до 15 лидировали Васильевы из Новочебоксарска. Победителям вручили дипломы, ценные призы и наручные часы от главы Чувашии. Татьяна Молокова, Оксана Александрова, Николай Яковлев, Республика.